Ходить на выборы всей семьей – одна из традиций водолевских. Ирина и Александр – пенсионеры МВД и многодетная семья. Из четырех дочек две уже взрослые, и они с супругом уже отдали свой голос. А Ирина, Александр и младшие дочки отправились на избирательный участок сегодня, дождавшись возможности собраться всем вместе. Показывать возможность активной избирательной позиции детям нужно на своем примере, уверена многодетная мама. На выборы всегда ходим с семьей, приучаем своих детей делать правильный выбор, выбрать достойного кандидата. Заботьтесь о нашем будущем и будущем наших детей.